Серия спиннингов Акумадит Рингер Траут включает в себя две модели. Одну длиной 225 см с тестом от 2 до 7 грамм. И вторую длиной 210 см с тестом от 1 до 5 грамм. У меня в руках как раз именно такой спиннинг. Удилище оснащено вершинкой Solid. Для большей чувствительности и контроля над легкими приманками идеально подойдет для ловли окуня микроджигом. Отлично справится при рыбалке на головля и будет незаменим при ловле прудовой форели на самые легкие приманки, особенно на резину. Технологические характеристики. Высокая прочность и надежность. Легкая конструкция бланка из графита 24 тонны. Эргономичная разнесенная рукоятка в японском стиле. Сочетает качественную пробку и эво-рукоятки. Мягкая заглушка комля. Отличный катушкодержатель. Устойчивые к коррозии металлические элементы. Легкие пропускные кольца из карбида кремния SIG. Хук-кипер для фиксации ваших приманок. Поставляется в мягком чехле. Акума Дит Рингер Траут для самой деликатной ловли. А теперь давайте поймаем рыбу. Также я хотел отметить отличные полетные характеристики этого спиннинга. На том конце у меня приманка весом буквально в несколько грамм. И смотрите, она улетает точно под противоположный берег. Буквально рукой положил. Заброс в рыбалке и его точность имеет огромное значение. Смотрите, я думаю, это окунь. Первая рыба на этот спиннинг. Так, окунек. Маленький, но все же. Такая красота.